Новым местом работы довольны. Такое мнение высказали бывшие шахтеры рудника «Мир», работающие сегодня в Айхале. На днях делегация Федерации профсоюзов побывала в поселке. Они посетили объекты комбината, ответили на вопросы работников. Как бывшие шахтеры рудника «Мир» трудоустроились в Айхале, все ли их устраивает и есть ли замечания? Выяснить это в Айхал прибыли члены Федерации профсоюзов. На этой неделе они побывали на северных площадках компании «Алроса». В программе пребывания экскурсии по производственным площадкам, но главное – встречи с работниками. Проводили их в формате «Вопрос-ответ». Так, на собрании с председателем профсоюза «Профалмаз» Матрёной Скрябиной бывшие мирнинские шахтеры отметили – по трудоустройству претензий нет. Новый коллектив принял хорошо, жильем тоже все в порядке, обеспечили общежитие. Но свои вопросы у рабочих все же были. Например, интересовались, как устроить детей в детские сады или получить льготную ипотеку. Ну, эти вопросы все равно нужно обозначать и решать. Потому что, когда связано там, что люди переходят из подразделения в подразделение, мы должны понимать, что мы одна большая компания, и не должно такого происходить, что люди должны как-то страдать там, в бытовом или в социальном плане. Охотно работники Айхальского комбината пройдут и скрининговое обследование. Об этом они также высказались в ходе встреч. Напомним, «Алроса» проведет массовое обследование здоровья 6 тысяч своих сотрудников. Профсоюзный актив северной площадки предложил изменить возраст диагностируемых, чтобы охватить больше работников. Компания «Алроса» в их подразделениях – это работа на высоком уровне налаженная, да, вот, в том числе вот, по обеспечению специалистов средствами индивидуальной защиты, насколько вообще есть или жалобы, или нет. В этих вопросах, конечно, с каждым разом их все меньше и меньше. В том, что здоровый образ жизни для многих айхальцев норма, рабочая группа убедилась воочию. Ей показали плавательный бассейн, тренажерный зал и хоккейный корт. В посетителях недостатка нет. Оксана Мезенцева, Сергей Маркин, телеканал «Алмазный край».